Сибирский город расположен приблизительно в одном часовом поясе с Пекином. Разница в один час. Здесь их пять. У женской команды шансы предпочтительнее. Они на последнем чемпионате мира заняли второе место. При создании коллекции мы выбирали не только наши самые любимые цвета, как синий, белый, красный. Да, у нас также будет присутствовать новый цвет, небесный, такой голубой, лазурный. Это цвет цин, который в Пекине очень любят, приветствуются. Есть лидеры во фристайле, у нас есть лидеры в сноуборде, в лыжах, в конькобежном спорте. В общем-то, практически во всех видах спорта, в которых мы будем участвовать, мы будем стараться бороться за медали.